Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы на прогулке. Я, муж и дети. Зулечка осталась дома. Погода солнечная, хорошая, но так как мы гуляем у ветра, здесь есть... Ой, у ветра. У моря здесь есть небольшой ветерок. Что если так, знаете, курточку-то застегнуть? Дети спят, как обычно. Детям моим на улице спать нравится. Дома днем они спят только после массажа. То дочь вообще последние дни спать не хочет, даже после массажа. Вот. 10 дней массажа у нас закончилось. Я не помню, я сказала или нет об этом. Я буду еще продлевать на 5 дней. О, надо спортом заниматься, очень тяжело. Вот. Мы погуляли, наверное, у моря где-то часик. Я хочу каштаны. Каштаны возьмем. Каштанчиком полакомлюсь. Там меня в комментариях спрашивал, на что похож вкус каштанов. Знаете, он похож что-то... Что-то такое. Картофель. Картофель и орех. Что-то как будто такой перемешанный вкус. Не могу даже объяснить. Солнце в глаза прям просто невозможно. Чок-музор. Муж бедный коляску тягает так, как будто тачкает. С тонным килограммом. С весом тонну. Ой. Хорошо все-таки у моря. Ладно, пока закроюсь. Ой, это шатающийся мостик. Вы знаете, в Турции сейчас говорят кризис. Ну, не просто говорят, в принципе, так оно и есть, потому что зарплаты остались те же, а цены очень-очень повысились. Хочу показать вам кафе, например, вот. Кризис кризисом. Ой. Кризис кризисом, а кафе забито. Там, вот я сейчас отсюда смотрю, очень-очень мало свободных столиков. И это только лишь одно кафе. Полностью все забито бывает. Поэтому вот такой вот какой-то интересный кризис. Прям как у нас в Махачкале. У всех зарплаты маленькие. Почти все получают пенсию, не работают, работы нет. Но у каждого самый супер последняя модель. Точнее, последняя модель супертелефон и так далее. Хорошие машины, хорошие квартиры. Вот такая вот, знаете, интересная вот несостыковочка получается. Как мы так умудряемся все жить? Здесь-то еще как-то кредиты распространены. У нас тоже есть кто берет кредиты, но не в таком количестве, как здесь. Все, мы дошли до каштанов. Каштаны, каштаны. Вот смотрите, смотрите. Смотрите, как жарят каштаны. Етер, етер. 200 грамм, 15 лир, еще компания была, я ломал, кстати. 200 ne? 200 gram 15 lira. Tamam, 15 liralık al. Мне нравится, как они пахнут во время жарки. 200 грамм 15 лир. На сегодняшний день такая цена. Мои печенчики. Так, ну, вот здесь можно присесть, если чисто, конечно. Сейчас посмотрим. Ой, хе-хе-хе. Йогурт, да, из теми. А, просто. Здесь чище. Я думала, это девушка, оказывается, это пани. Просто это темизди. А, темизмиш. Темиз, темиз. Ух. Посидим, поедим каштаны, потом зайдем в какое-нибудь кафе. Вот, чистит супруг. И ест, мне не дает. Манавермиумусу. Вот такой он у меня жадина. Вот так вот. Сама, говорит, все сама, все сама. Все сама, все сама. Какая собачка красивая. Там, там.
Очень много, кстати. Простите за то, что я разговариваю с набитым ртом, но так получилось. Очень много, кстати, здесь выгуливают собачек. Очень-очень много. Бывает частый вопрос, любят ли граждане Турции, как относятся к животным. Любят и держат дома собачек. В который раз я повторюсь, что в моем доме, например, где мы живем, я только лишь знаю где-то 4 семьи, у которых живет собака в квартире. Может, их даже больше, но 4 точно есть. Птенчики спят. Пока закроюсь, я все-таки доживу. В кафе свободных мест не нашли, чтобы с коляской можно было заехать, посидеть, хоть чай попить. Представляете, вот тупаем. Обидно. Обидно, досадно. Ну ладно, что делать? Прохладно стало. Но мы все равно топаем, топаем. Посмотрим, сколько дети будут на улице спать. Мне кажется, сколько мы будем эту коляску катать, столько они и будут спать. Как только мы где-нибудь сядем, особенно перекусить, если садишься, все, дети просыпаются. Просыпается сразу мафия. Небо очень красивое, облаков нет вообще. Смотрите, ни одного облачка нет. Красота. Папа с детками. На улице почти всегда 90%, даже 95% коляску катает он. Местный пикник. Огромного цыпленка, зашли в магазин игрушек, ему понравился цыпленок, да и мне самой понравился, а ему на подъеме, да и самой понравился, потому что я своих деток называю цыплятами. Дочь вон спит, вот он цыпленок. Синуля злой, ему все это надоело, он будет раздеться. Чокьяша. А я пока не рискую его без шапки, без шарфика, потому что погода такая, знаете, обманчивая все-таки. Ой, устала, честно сказать. С двумя детками без улички тяжеловато. Хоть муж все время и помогает, но все равно тяжеловато. Да, маминя? Синуля, ты что такой? Такой злой! Ой-ой-ой! Один поел, лежит, ждет, пока маму подгузник поменяю. Да, маменя, ты ждешь? Ждешь, да? Жду, говорит, я жду. Только пришли с прогулки. Теперь вот... Ай-яй-яй-яй. Она ест, но она не может спокойно есть. Она крутится, вертится. Бутылку надо ей держать, что-то делать постоянно. С одного бока на другой. Это просто не ребенок, это батарейка энерджайзер. Ой. Ой, мой внимательный, спокойный мальчик. Как прошла сегодня твоя прогулка, сынуля? Ты был очень чем-то недоволен. Что случилось? Чем ты был недоволен? Может, расскажешь хоть сейчас, а? Об ты сердце? Тебе есть еще что сказать? А можно это все повторить без пальчика во рту? Те? А, так все было, да? Телефон мама не даю. Нет, 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 телефон мама не даю. Да, телефон есть, больше ничего не надо.
Любовь, меня закроешь. Я так жду, не дождусь, когда же они будут разговаривать. Между собой. Не со мной, а между собой именно. Ты ешь, ешь. Ты не отвлекайся. Тебе нельзя отвлекаться. А то она любит 40-50 грамм съесть, а потом остановиться. Да, мамина? Ага. С пальчиками во рту, наверное, удобнее разговаривать. Десна же чешется. Я когда говорю, десна чешется, девочки, есть у нас и прорезыватели, есть у нас гели для десен. Я до 40 лет дожила, родила первый раз детишек. Все-таки я, наверное, читаю, что происходит, когда у деток десна чешется, что нужно покупать и так далее, чтобы им облегчить боль. Это все у нас есть. Единственное, я хотела спросить, вот мне как-то в комментариях написала девушка, не знаю, это девушка, женщина, бабушка, про янтарные бусы, что они облегчают боль ребенку при прорезывании зубов. Правда ли это или это такой же миф, типа как типа про то же самое, что и повесить на зарбонджук от сглаза? Хотелось бы знать. Он все готов жевать. Ага, ага, давай. Крутись, вертись. Сынуля, что, не можешь выдернуть, да? Не получается, да? Далеко, да? Уйди, бабуню. Капризничает за зубчиком. Да, не получается. Доча еле как уснула. Сейчас, мама, помогу тебе, вытащу. Вот так он нервничает по вечерам. В основном у него это начинается. Десна. Ой, блин, не знаю. Ой, принцесса проснулась. Проснулась моя красавица. Принцесса любит шуршалки. Ну все, мама же снимает. Ой. Да откуда музыка играет? Откуда эта музыка играет, а? Откуда это? Мы все еще заняты. Оба такие серьезные, занятые. А, Б, Д, Д. Твой муж что, алфавит русский знает? Тихо. Д, Д. А, все, сын заметил камеру. А, Б, Д, Д. Это не русский, это турецкий. А, Б, Д, Д. Как они его слушают, я снимаю. С открытыми ртами. А, Б, особенно она. Д, Д. Блин, обоих не видно. Б, Д, Д. А, Б, Д, Д. Потом с краешку лежит пенды на пол. А, Б, Д, Д, Д. А, Б, Д, Д, А, Б, Д, Д. А этот чекист. Своими микробными руками иди отсюда. Заставили перчатки одевать. Не разрешают без перчаток ходить. К детям притрагиваться вообще нет. Ему телефон видит. Сынуля, мимо тебя ничего в этом доме не пройдет, точно. Ей это представление уже начало надоедать. Руки щипят. Терпи.